Кто там? Здорово, я не Сандарова. Ты кто такой, а? Я пришел взять твою корону снайперов. Отдал мне ее быстро. Ничего я тебе не дам, это моя корона снайперов. Ну тогда я ее сам заберу. Ах так! Гад, гад, запускай артиллерийский удар! Корона! Ребят, ребят, поставьте, пожалуйста, лайк. Этот бандюган хочет забрать у меня корону снайпера. Давайте наберем, пожалуйста, 25 тысяч лайков прямо сейчас и не позволим ему забрать эту корону. Пожалуйста, поставьте лайк. Пока не поздно. Зимбабве! Ну где, пацаны? Ты кучку дуг, ты колодца. Понятно. Немножко у нас странновато сегодня серия начинается. Какой учкудук? Чё ты сказал? Повтори, учкудук, это что за слово такое? Учкуду, три колодца. Ты что, это песни не знаешь? Те, кто знает эту песню, пишите в комментарии. Нет, Жека. Откуда? Как? Я уже тебя был. А, ты ко мне забрался? Ага, значит, Эдисон где-то высоко. Ты стрелял только что, в смысле забрался? Игорь только что стрелял в меня. Да? Ничего не стрелял. В смысле не стрелял? Ты шо, жопа? Я не стрелял. Гордянская. Я только что. Что разводишь? Я только что выстрел слышал. Жопа гордянская. Это не я. Я, может, случайно. Нет, это не я. У меня как было 5 патронов, так и осталось. Ты что тут врешь, учкудлук? Ты кого тут пытаешься? Ты кого тут пытаешься вот это самое. Наехать. Не? Я не понимаю, Дэвис. Не понимаю. Я тоже не понимаю. Игорь, слушай сюда. Короче, если ты меня, мать твою, сейчас убьешь, ты не забывай то, что ты через несколько дней едешь ко мне в гости, вот, и к Жеке тоже. Но если ты меня сейчас убьешь, я тебя домой просто не пущу. Началось. Меня Жека пустит. Жека, ты же меня пустишь? Если ты его убьешь, то я пущу. А я не пущу. Так, а если не... ты же умрешь, Одессон, как бы. В итоге, кто-то один из вас, типа, пустит вас, понимаете? Меня. Ну, смотрите, сейчас решается. Если Эдисон тебя убивает, то все. Если я убиваю Эдисона, меня пускает Жека. Если я не убивал бы Эдисона, меня бы... А где ты был? Стой на месте, подожди. Он прям сзади тебя стоял еще такой и говорил в этот момент. Вот так вот стоит с пушкой и говорит. А где? А ты вылез через вот эту фигню? Да. Это жопа! Ладно, ничего страшного, хорошо. Кто-то 25-26 числа на улице спать будет, как я понимаю, да, Игорь? В смысле? Он Жека. Же выиграл. Я сказал, если Игорь меня сейчас убьет, значит я тебя не пущу домой. Кто пить фуняет столько? Ну, а мне Жека сказал, если ты убьешь Эдисона, то он пустит меня домой. Так что нормально. Он-то пустит, а я не пущу. Эдисон, я с волыной пройду. С какой ёбкой? Я тебя обойду сзади, понял, Эдисон? Ага, да, с волыной. Чё, Игорь, мы с вами перекантуемся. Да через окно залезешь ко мне в комнату. У тебя есть коробка двухспальная? Ну, у меня коробка двухспальная, с-под телевизора, там, не знаю. Не, я тебе дам трос, и ты просто в моё окно залезешь. Да, да, да. Не-не-не, у нас, мы очень высоко живем с тобой, Жека, так что. Да, Игорь, я Человек-паук. Я Человек-паук. Я человек-пук. Кто стрелял? По мне была стрельба? Человек-жук просто, который сзади подкрадывается. Человек-пук. Так кто... Ёб ты... Ага, понятно. Кто там стреляет? Кто стреляет в меня? Кто стреляет? Да-да. Кто фуняет столько? Пердит Жека! Никто не фуняет. В смысле не фуняет, если кто Жека фуняет? Я знаю то, что Жека всегда фуняет. Так фуняет! Непонятно просто! Ладно, Жека, смотри. Если... Что за пальба? В такой ситуации, если... Жека, взять вот такую ситуацию. Блин, Эдисон, знаешь, в чем прикол? Я стрелял в эту щелку. Тебя там щелка. Не видно, понимаешь? Не видно, он... Я не буду говорить, где он. Ладно, я мог сказать, конечно. Щелка. Эдисон, щелка. Щелкунчик, щелкун!
Щелкунчик, щелкун! Щелкунятко! Силкун! Комментатор 228. Комментатор 228, да. Я только Доду комментировал. Да? А ты так думаешь? Я же ничего не комментировал, я просто угорал. А чё вы думаете, лучше орать 80% своего ролика, типа... АААА! Он бежит там! АААА! ЖАКА! ЖА! Что там? Гробко сильно... АААА! АААА! Я тебя же видел, твою мать! Я тебя отвлекал, я тебя так же видел. Я в Эдисона стрельнул, наверное, раз в 5 просто, ни разу не попал. Ага, значит, я понял, нужно орать, чтобы вас отвлекать, да? Угу. Хорошо, хорошо. Да, учкудук! Учкудук! Ладно, так уж и быть. Ну. Хорошо. Ага. В этом раунде я предлагаю вам молчать полностью. Вот прям ага. Тишина. Хорошо. Тишина. Ладно. Тишина. Жопа. Тишина, я сказал. Жопа. Тишина просто. Жопа, не надо орать. Говно, не надо орать. Какашки. Давай без говна, без какашек, пожалуйста. Я просто промолчу, я даже хлопать шлёпай, не буду. Жлопай, жлопай, жлопай. Жлопай. Пошлёпай, жлопай. Жлопай своей, пошлёпай. Жлопай, пошлёпай. Пошлёпай, жлопай. Короче, если мы сделаем так. Ты жлобник. Ну, Павел, я тебя видел вообще-то. У меня прицел не работает! Ладно, ладно. Красава, Игорь, ты когда на красава? Теперь сдавайся. Не работает твои малолетние года, Эдисон. Это совсем уже плохо. Хорошо, 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 Игорь, ничего страшного. Игорь, ты под прицелом. Игорь, ты под прицелом, тебя сейчас убьют, Игорь, тебя сейчас убьют, понимаешь? Игорь, я тебе просто даю последний шанс. Либо сам прыгай. Моральную травку. Я вот знаю, что ты находишься высоко, Игорь. Просто прыгай, умирай. Или я тебя застрелю. Уже высоко находишься в принципе. Кто стреляла? Кто стрелял? Кто стрелял? Ага, ага, Евгенос. Ага, Евгенос, все с тобой ясно. Папиндос. Вот, вот оно, что произошло. Он уже выкупил, где я, да? Но я не выкупил, где он. А это проблема. Кто не выкупил, где он? Евгенос? Проблема, так скажем, масштабная проблема, понимаешь? А почему масштабная проблема? Где он? Я не понимаю. Ну смотри, Евгенос, он такой... Я тоже ничего не понимаю, ну ладно. Нет, это все прекрасно, это просто было... Ну, когда мы родились, планета была маленькая, понимаешь? Дебил! Почему он не стреляет? Я нажимал, он не стрелял! Как же я давно за тобой бежал, просто так сложно. Я наблюдал за этим тебе полчаса, мать твою. Пацаны, 2-1-1, что-то я прям, ой-ой-ой. 2-1-0, 2-1-0, ладно, 2-1-0. Я выиграю, да? Выиграю. Хорошо, прячьтесь, давайте. Пипа в попе. 2-1-0 или 2-2-0 получается у нас? 2-2-0 вроде получается, а хорошо. 2-1-0. Хороший на счетчик, то есть 2-2-0. Так, слышишь, там не накручу себе баллы. В смысле, я ничего никогда не смотри, накручу. Смотри, как он пису ко рту подтянул незаметно, а? Пису ко рту? Смотри. Кого? Что? Я не понимаю, где вы вообще? Слушай, ты как бы... Я уже тебе много раз говорил, много раз тебе это повторял. Так, ко мне обращается Игорь Александрович. Я уже много раз возмущался по этому поводу, какой ты. Но в этот раз уже чересчур, на самом деле. Красивый, да, сдавал микрофон. Красивый Эдисон? Ты самый красивый в Бердянске, да? Как я знаю? Или нет? Да. Кто-то мне рассказывал, мама вроде твоя, да? Позавчера вечером, когда мы с ней по скайпу разговаривали. Но это не точно. Это не точно ей. И она говорит... Ах ты жопа, жопа, жопа. Ах ты жопа, ах ты жопа. Ах ты жопа, жопа, жопка. Ах ты жопка, жопа. Короче, Игорь. А ты есть... Кто? Так, Эдисон, ну перепипи это все тут. Кого? Вы где? Я вас не могу найти. Ты только что в меня стрелял, в смысле, где я? Я не стрелял ни по кому. Ну, я точно ни по кому не стрелял, не знаю, кто там что по кому стрелял, но я не стрелял. Дебилус! Твою дебилус, молодец! Изи! 2-2-0. Что ты делаешь? Дурак? Яй-яй-яй-яй-яй-яй. Как мне понравился этот раунд. И с Игорем мамкой погорел, и выиграл. Ладно. Вот
Как я говорил в начале предыдущего раунда, 2-2-0. Кто мне не верил? Мэп Нэйшн. Не надо. Нечестно, нечестная победа. Почему нечестно? Игорь так один раз выиграл полностью всю игру. Ну ты же тогда говорил, что это нечестно. Ну да. Поэтому нечестно. Ну, подожди, я как бы еще ничего не выиграл, да? Давай с этого начнем. Я только один раунд выиграл. Апа ёпты. Это кто откуда стреляет? Опасно, опасно. Да кто ёпты стреляет? Да кто два раза стреляет, что у вас за пулеметы? Подождите, а что, вот с двух сторон меня стреляли? Или это вы друг друга стреляли? А ты подумай. На, догадайся. Пацаны, я боюсь. Не, я на самом деле не знаю. В смысле? Я тоже. В смысле, не знаешь? Ну, откуда я знаю, мы по одному стреляли или не по одному стреляли? А ты в Эдисон стрелял? А, ну блин, как-то я спалился уже, да, ну да. Бр-бр. Что-то Эдисон лазить будешь? Эдисон, ты специально будешь сидеть, да? Чё? Мне кажется, Игорь просто врунишка такой. Он говорит, специально там будешь сидеть, а на самом деле он Жеку стреляет. Жек, ты не умеешь врать. Да не стреляю я в Жеку. Да как? Ты как меня с одного удара убил? Ну почему? На меня эта хрень не работает, типа. Игорь бежит с тобой за ножиком, ты его убиваешь снайперик. Я сразу просто в хилибала даю. И минус один. Ну, рандомщик, он обычно не с одного удара убивает. Ну, я просто надрючился, я сейчас умею стрелять очень хорошо. Ну, ты дрюкалка. Давай стрелять. Вот тогда ты все это... Дима тоже с одного удара убил? С двух. Слушай, подожди, я под тобой лез, ты чё? Ты просто продолжал дальше лезть. Да, я думал, я убегу. Просто 2-2-8. Ой. Ладно. Хорошо, Игорь, так уж и быть, я тебя включу уже в нашу хату. В общем, я попрошу не спавнить никакие танки, мусоровозки. Я уже там вижу истребитель кто-то поставил. Я всего лишь попрошу поставить огромный лайкусик прямо сейчас на этот ролик. А у меня будет такси. Ставьте лайкусики, если хотите следующую серию. 25 тысяч лайков обещаю, то что выйдет следующий ролик по снайперам. Я скажу вам огромное спасибо за просмотр. Всем удачи и всем покедова. Помогите, я в такси застрял. Неважно.